Привет, зритель. Давно не снимала закупку на камеру. Короче, у меня тут всплыла куча чеков. Я сходила в Магнит и купила фруктов на 385 рублей 47 копеек. А еще у меня 191 рубль списалось с бонусами. Так вот, не случилось мне вчера купить черники. Я ездила на рынок Часовскую, потом пешком прошла до того места, которое раньше было центральным рынком. Там мне сказали, что чернику больше не продают, только все, что с огорода, чернику только на Часовом. Потом дошла до места, где туристам, возможно, продавали бы чернику, но не было. В общем, не случилось мне купить черники, которые, как мне сказали, по секрету всему свету, в этом году не очень вкусная и дофига дорогая. А вот это вот я видела еще в свой приезд в Магните, еще почти 2 недели назад, 12 июля. Это голубика. Голубика у нас 799 рублей 90 копеек за килограмм. С учетом баллов она вышла, значит, 525 рублей 90 копеек за килограмм. У меня тут вышло полкило. Мне даже хочется это взвесить, реально ли полкило. На 262 рубля 95 копеек. У меня тут где-то есть весы, которым 300 лет, если они взлетят. Заодно чеки тут сейчас сложу куда-нибудь. То мы узнаем, так ли вес. Не пришлось ли бы мне сейчас доставать другие весы. То ли у них батарейка дохнет, то ли... Реально, 503 грамма. Ну, может, 3 грамма, а тут сама вот эта штука. Злая. Так вот, я на нее смотрела. Она даже была по скидке, но выглядела так, что плакать хочется. Это самая адекватная была, которую я нашла. И вот такие крупные ягоды. Какая-то сладкая, какая-то кислая. Я хотела закрыть окно, чтобы не было слышно детей, которые даже вообще как бы у того дома. Но их слышно. Ну, короче говоря, это было бы душно, а если включать вентилятор, то будет, наверное, шумно, хотя будет прохладнее. Ну, в общем, я как-нибудь потерплю, а вы потерпите, если кому-то напрягает. Случайные вопли вот этих вот товарищей. Короче, я купила пару персиков. Один огромный такой. Он еще крепковатый, может, с собой в деревню возьму. А другой помелче. И вроде как даже его можно было сегодня съесть. Персики без скидки 210 рублей без копейки. С учетом баллов 143 рубля 32 копейки. 330 грамм 47 рублей 30 копеек вышли. Они какие-то вот прям... Бут. С пумпочкой. Мама. У меня теперь есть пакетик. Потом. А, да, Даша, спасибо за донат. У меня тут 5 штучек гладеньких, маленьких. Они тоже с такой пумпочкой. Нектаринок. Нектарины Узбекистана. 1 килограмм. Цена за килограмм 190 рублей без копейки. 189 рублей 99 копеек. Да-да. С учетом баллов 130 рублей без копейки. Вышли 5 штук на 200 грамм, 26 рублей. Вот такие хренотеньки. Я их потом вымою перед садом похомячу. Я сначала думала поесть на камеру фруктов, а потом подумала, что, наверное, лучше записать обзор вот этих покупок еды, потому что давно его не писала. Я как бы особо ничего и так и не покупала. Тут у нас еще что есть? Груша Бат, 190 рублей без копейки за килограмм. С учетом баллов 130 рублей 85 копеек за килограмм, а вышло оно мне на 186 рублей, на 186 грамм 24 рубля 34 копейки. У меня были какие-то баллы, которые быстро сгорят. Я про них внезапно вспомнила, думаю, если они еще не сгорели, надо бы их потратить. Заодно вот потратила. Списала и те, и другие. В общем, груша бат. 24 рубля с копейками. Так, у меня тут еще что? У меня тут один одинокий персик. Персик. Точнее, не персик, а нектарин. Один одинокий нектарин. Без баллов он стоит 220
Саки рублей, надеюсь, у меня тут ничего не заделось от этой козы чертовой. 220 рублей без копейки за килограмм, с учетом баллов 159 рублей, одна копейка. 82 грамма он мне вышел. Где он тут, блин? 82 грамма одинокий перстик, в смысле нектарин. Так, у меня тут два вида нектаринов. Маленькие нектарины и немаленькие нектарины. Так вот, большой нектарин у меня вышел на 13 рублей 4 копейки. И еще у меня тут три сливы. Сливы. Слива сезонная, 120 рублей без копейки. С учетом баллов 90 рублей, ну, даже нет, 89 рублей 69 копеек. 132 грамма, 11 рублей 84 копейки. Короче, грубо говоря, тут самая дорогая у меня вышла, конечно, голубика. Вот, три сливки. Три сливки у меня тут, значит, полкило голубики. Я, наверное, ее переложу, часть положу, может, в морозилку даже. 5 нектаринок Узбекистан, 2 персика, 1 нектарин сам по себе, 1 груша. Вот, я подумала, что купить арбуз еще, думаю, как я это все попру. А потом подумала, что арбузы все какие-то, ну фиг знает. И я в итоге подумала, что лучше я этот арбуз куплю, может, когда потом приеду в августе, может, приду, куплю, может, мне кто-нибудь привезет кусок арбуза, мало ли что. Вот. Вот такая небольшая закупка с учетом баллов этого самого бонуса. Это, да, это не баллы, а бонусы. С учетом бонусов магнит, с вычетом, точнее, бонусов магнит у меня оно вышло на 385 рублей 47 копеек. Считай, что вполне себе так это бюджетненько. А если вы что-то из этого хомячили, вот это, например, поделитесь со мной в комментариях. Наверное, ее надо было помыть, а я уже третью хомячу не мою. Надеюсь, меня ничего не сподвигнет после этого. В общем, всем спасибо за просмотр. Хотите поддержать канал, где-то будет облако, я скажу спасибо. Ну и пока!